Денис, приветствую тебя. Всем привет! Торговая сессия среды, наша традиционная встреча, когда мы обсуждаем рынки, подсказываем нашим подписчикам и тем, кто следит за нашим совместным контентом, какие локальные возможности можно использовать. И хорошо то, что наша встреча с тобой проходит, как правило, перед выходом интересных фундаментальных отчетов, статистики, которая обычно влияет на динамику финансовых инструментов. Вот как раз эта неделя не исключение. Самые крутые релизы – это отчеты, которые выйдут завтра и в пятницу. Завтра статистика по темпам экономического роста ВВП США, в пятницу индекс расходов на личное потребление, индикатор, влияющий на решение американского регулятора по ключевой процентной ставке, потому что это еще одна объективная оценка того, что происходит с инфляцией. И есть еще одна фишка у этого отчета. Он позволяет взглянуть на изменение цен с учетом определенной проекции. То есть это как бы опережающий индикатор. Вот почему ФРС так много и пристально следит за этим релизом и уделяет ему достаточно много времени и внимания. Ну что, я предлагаю вернуться к нашим традиционным инструментам, которые мы обычно с тобой захватываем в рамках портфеля, и как раз обсудить их. Это, давай, индекс доллара, можно посмотреть на евро, золото. И если есть какие-нибудь интересные технические паттерны с твоей стороны, либо наблюдения, комментарии, можно захватить еще и рынок нефти. Нормально, давай тогда начнем с Да, я монет. только за, давай. Супер. Так, одну секундочку. Так, ну что, рынок нефти, точнее индекс доллара 104.55. Текущие котировки, как я уже отметил, два важных отчета впереди. Именно они определят дальнейшую динамику американской валюты. И сейчас что важно отметить, буквально за сутки до выхода этих релизов вероятность снижения процентной ставки в сентябре снизилась, просела до 40%, причем начинали мы эту неделю с вероятности 44,9. То есть даже без каких-то фундаментальных отчетов рынок начал больше сомневаться в том, что пора бы уже американскому регулятору менять и корректировать вектор денежно-кредитной политики. Может быть, пересмотр оценки с учетом инструментов FedWatch Tool стал следствием довольно жестких комментариев Нила Кашкари, который является главой ФРБ Миннеаполиса, ну и сторонником главы американского регулятора Джерома Пауэлла о том, что нужно больше времени. Но эта риторика нам знакома. Буквально каждый чиновник ФРС за последние 3 недели говорил примерно то же самое. То есть нужно увидеть снижение инфляции в течение нескольких месяцев подряд. Только после этого делать какие-то выводы о том, уместно ли сейчас корректировать политику или нет. Я на самом деле жду очень хороших показателей по ВВП и куда большую делаю ставку на индекс расходов на личное потребление. На мой взгляд, показатель либо останется на значениях позапрошлого месяца, либо все-таки мы увидим небольшой прирост, что может спровоцировать волатильность индекса доллара и помочь ему все-таки восстановиться в районе 105 пунктов, поэтому это как бы мой ближайший целевой ориентир. Европейская валюта, разумеется, нужно понимать то, что евро будет двигаться в ровным счетом в обратном направлении. И важно, заседание ЕЦБ уже на следующей неделе. Потенциальное снижение ключевой процентной ставки, нужно быть к этому готовыми, друзья, потому что на контрасте действий ФРС и политики Европейского центрального банка, как раз если ЕЦБ все же анонсирует это решение, то евро может очень быстро перейти к развитию нисходящей динамики. Что касается золота, 2354 доллара за тройскую унцию, я все-таки жду хороший сигнал по рыночному сентименту, но понимаю, что он может быть получен только в том случае, если доллар начнет активно расти. В целом, считаю, что золото сохраняет потенциал для развития нисходящей динамики, потому что, несмотря на вот эти события на Ближнем Востоке, связанные с палестино-израильским конфликтом, последние дни существенного роста золота так и не произошло, поэтому этот фон, его влияние, наверное, будет минимальным. Сейчас по рыночному сентименту есть небольшой перекос покупателей, но он небольшой. Еще рано делать какие-то объективные выводы о том, что прям пора шортить. Но я бы рекомендовал все-таки уже присматриваться к коротким позициям, потому что если начнется ралли, нисходящий доллара в четверг и пятницу, то золото может очень быстро провалиться в район 2320 и потенциально даже ниже. И я считаю, что этот сценарий будет как бы с ключевым приоритетом. И что касается рынка нефти, буквально пару слов. Здесь тоже акцент на фундаментальный фон и на заседание ОПЕК, которое состоится на этих выходных, то есть в понедельник нас ожидает теоретически открытие с ГЭПом.
И я все еще, опять же, на прошлой неделе на одном из последних эфиров рекомендовал шортить с целью $80 за баррель. Мы пока не достали до этой цели, ну, прям буквально несколько центов на прошлой неделе. Все еще потенциал для снижения сохраняется, потому что могут быть сигналы от страны ОПЕК+, относительно того, чтобы, может быть, и не продлевать прямо до самого конца года сделку по сокращению производства нефти. И тоже интересная статистика от Международного энергетического агентства. В прошлом месяце страны ОПЕК+ добывали 3-4,5 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на полмиллиона баррелей больше, чем должны были добывать в соответствии с ограничениями. То есть нарушают квоты, и это все формирует как бы дополнительное избыточное предложение на рынке, которое тоже может привести к развитию нисходящей динамики. И сегодня также данные по запасам нефти от Американского института нефти. Думаю, что это может стать дополнительным триггером для развития нисходящей динамики. Денис, слово тебе. Рабочий стол уже видно. Отлично. Так, по поводу... Ну, сейчас тоже по всем этим инструментам пройдемся. Дело в том, что, к сожалению, я не могу пока так согласиться. Дело в том, что считаю, что по евро, с учетом того, какие у нас залиты хеджи по месячным опционам, по недельным, которые очень хорошо снизу вот здесь вот поджимали, это уровни страйков, здесь вот у нас премии набросаны, зона покупателя, которая прекрасно отработалась у нас на прошлой неделе. И также у нас есть такой вот нисходящий канал, который уже цена полноценно пробила вверх, закрепила выше и даже тестировал его нисходящую верхнюю границу. Поэтому я лично здесь все-таки больше за продолжение покупок. И причем мне кажется, что пойдут туда аж в район 9.80, 1.10, вот примерно туда. Поэтому и с учетом также вот показаний вот такой кумулятивной дельты, которая у нас на протяжении роста была практически постоянно отрицательная, и ее отрицательное значение все глубже и глубже уходит вниз. Это, как правило, признак перехая. Поэтому перехай как минимум уровня вот 1.08, там 90, ну короче 1.09, скажем так, немножко округлим, возьмем выше, вот уровня 1.09 здесь достаточно высока. И даже вчера на вот этом снижении у нас четко видно перекос по футпринту внизу свечи, как правило, это тоже признак кульминации. Поэтому, если честно, я, ну, не вижу, на чем здесь евро сейчас продавать, поэтому как минимум хотя бы вот перехай на 1.09, а потом уже с перспективой развития дальнейшего восходящего движения. То есть даже с точки зрения фундамента, если это выглядит немножко нелогично, то с точки зрения техники, в принципе, оно укладывается. Особенно учитывая то, что у нас вот такой легкое перепозиционирование вверх также сделано, поэтому я думаю, что вполне здесь могут попытаться вот такой сценарий реализовать. По индексу доллара, кстати говоря, мы уперлись в зону продавцов. Вот то, что мы как раз с тобой на прошлом брифинге говорили, здесь я тогда еще потом чуть-чуть уточнил для своих подписчиков вот такую вот зону продавцов. Она прекрасно себя отработала, то есть цена вот подошла к этому диапазону, ударилась и очень неплохо отскочила вниз. В момент этого отскока мы сделали полное перекрытие вот этого восходящего сегмента. И сейчас вот как раз идеально подошли вот к этому уровню, это как раз коррекция от прошлого сегмента. Поэтому, если честно, я здесь склоняюсь к варианту, что у нас дальнейшая динамика будет направлена вниз. То есть зона продавцов мы ее увидели очень красиво. Она сопряжена также еще там с одним стареньким уровнем. Но более актуально, что здесь именно зона продавцов есть. И от нее я все-таки ожидаю вниз. Поэтому, следовательно, по евро вот основной приоритет у меня остается вверх. При этом золото здесь, как по мне, ну, чуть-чуть не дотянули. Да, здесь был и локальный уровень, и промежуточная еще зона покупателей, и достаточно важная область поддержки у нас была сделана с точки зрения профиля. Вот она как раз сформирована. Это именно ключевой профильный объем, который был у нас проторгован на протяжении вот этого всего роста вверх. Поэтому эту область, можно сказать, что с небольшой погрешностью ее протестировали, да, но как по мне, ну, не хватает какого-то добоя чуть ниже и отсюда уже классных, хороших покупок вверх. Потому что здесь, когда происходит такое вот распиливание, ну, сложно войти вот именно прям красиво, потому что постоянно оно будет к точке входа цена подходить. Это не очень удобно с точки зрения вот грамотного входа.
Поэтому я здесь все-таки за развитие восходящего движения и как минимум хотя бы вот к этому диапазону. То есть если здесь выделить именно основную область, куда жду росту, она будет выглядеть у нас таким образом. Нижняя граница получается в районе 2480 уровень и верхняя граница 2435 там. Если округлить. Поэтому хотя бы вот к этому диапазону. А там дальше будем решать. Возможно, отсюда и будет отскок вниз. Дело в том, что тот отскок, который сделан на июньском еще пока контракте вниз, у нас он не подтверждался какими-то крупными объемами. То есть он больше все-таки похож на коррекционный. А основные объемы были залиты вот здесь вот по ходу движения. Вот. Единственное, что вот такой выброс вниз, ну, его исключать не стоит, потому что могут сделать, вот я с тобой соглашусь, что могут так вот выброс сделать вниз вплоть до 2300, и потом все равно вверх. Ну, либо с текущих, ну, тогда я не хочу там участвовать, потому что мы прямо сейчас находимся в районе зоны продавцов, она у нас вот так выглядит. Ну, вот, так что через коррекцию, да. И по поводу нефти, значит, по нефти я как раз вот на прошлой неделе, скажем так, бычил на нее. Вот, у нас очень хорошие объемы здесь заливались внизу, красивый футпринт был перекоса. И вот вчера как раз прямо вот перед клирингом хороший такой кусочек по ней закрыл 350 пунктов. Но здесь я исключительно за продолжение роста. Объясню почему. Дело в том, что у нас, во-первых, закрепление торговой сессии CME произошло вчера выше 1/2 маржи. Во-вторых, мы полностью перекрыли весь левый сегмент. Это уже признак разворотки. И в-третьих, у нас при такой комбинации, как правило, формируют коррекцию вниз. И только после этого мы уже будем тогда смотреть в дальнейшем на продолжение роста. И здесь он как минимум сделан к предыдущей области накопления. Это вот этот диапазончик, район как раз 82, ну условно 82,5, примерно так. Поэтому 1/2 мы прошли. С обратной стороны я не думаю, что так глубоко откорректируемся. Объемы у нас уже вчера вот начали накидывать. Здесь перекос по аскам делал. То есть аски это у нас рыночные покупки, но и также лимитные продажи. Ну вот, поэтому самая интересная область у нас вот здесь, там где контрактный депок находится, это область основной проторговки. Я думаю, что к ней попытаются скорректировать. Тут ну, где-то 78 с копейками, там, ну, плюс-минус. Здесь, к сожалению, точную зону сложно очень выделить. Ну, где-то в этот диапазон. И отсюда уже стартануть вверх. Поэтому я лично не смотрю исключительно только на покупки. И даже вот видно, что нисходящий канал, который у нас здесь был сформирован очень четко вот по трем экстремумам, и снизу его видели хорошо вот дважды, он четко пробит вверх. При этом по опционам у нас хеджи также вот подпирают здесь. И покупки были сделаны, хеджирование, это также put опционом. В общем, здесь крупняк у нас вот добирал, и мы видели вчера как раз этот импульс. Поэтому я все-таки больше за покупки по нефти, по золоту в том числе, по индексу доллара, я думаю, от зонки вниз, ну и, соответственно, евро в противовес могут отскочить вверх. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Ну что, тогда ждем фундаментальные триггеры, драйверы, о которых я говорил. Это данные по ОВП, заказам, а точнее индекс расходов на личное потребление, еще и заседание ОПЕК на этих выходных. Обязательно мы с тобой все это проговорим и обсудим на следующей неделе, потому что ну, это очень мощный фундаментальный фон. И я практически уверен, что инструменты, конечно же, будут на отличных уровнях, нежели чем те, которые мы видим сегодня. Да, они Спасибо могут и тебе. откаты по 90% делать. Это точно. Спасибо тебе, что нашел время, подключился, обсудил рынки, подсказал. Тебе тоже тогда хороших трейдов, хорошего закрытия недели, так же, как и всем нашим подписчикам. До скорых встреч. Спасибо тебе тоже, отличной недельки и всем пока-пока. Пока-пока.